Боевое искусство. Рукопашный бой. Спортивное единоборство. Или же самооборона. В представляемой комплексной системе мы рассматриваем целостные методы. И в идеале, когда вы обладаете всем арсеналом, на основе боевого искусства вы занимаетесь и рукопашным боем, и спортивными единоборствами, и самообороной, а также используете оздоровительные системы и методы саморазвития. Русское боевое искусство – бой на шашках, бой казаков-холстунов. Мое тело встраивается в плоскость, и это система ближнего боя. Раз, два, раз, два, три, четыре. Фак, четыре. Раз, два, здесь, Будут сжать врага. Ножевой бой по системе спецназ. Работает в поле сюда, быстро. Шага вдох, три шага выдох, бежим. Методы оздоровления и саморазвития. На источник бежим. Креативный поток. Поиск новых решений. Утренний пробеж. К сожалению, не каждый себе может позволить целостный комплексный подход. Трех основных главных элементов. Боевые искусства. Рукопашный бой. И самооборона. Это основа русского стиля боевой системы спецназ. Но мы также взяли и элементы спортивных единоборств, самые лучшие, которые есть в виде самбо, дзюдо, борьбы, болевых приемов, удушающих приемов, а также ударной техники, боя голыми руками, но адаптированные для улицы, для уличной самообороны или же для уличного боя. Технику боксер. Левая нога впереди, правая нога сзади. Почувствовали, поймали баланс. Хороший удар, когда хороший удар, когда он наносится быстро, точно и внезапно. Ну, пошла! Под ребро немножко. Есть болевой? Я расслабляюсь. Самое главное, ладонь должна прийти. Система вся включает первый. Используя специальные элементы боевой акробатики, ведение боя с короткоствольным оружием на базе пистолета Макарова. Базовые элементы, стойка, перемещение, передвижение. Начальная основа ножевого боя, то есть это основа передвижения. Укол! Стойки, падения, кувырки, перекаты. Элементы спецакробатики, боевой акробатики. Система вся включает первый. На стоечке и вести бой. Методическое пособие. Для военных инструкторов армии Федеральной службы безопасности. Это методика армейского рукопашного боя. Это система обучения воинов. Обобщенный опыт занятий боевым самбо в спецподразделениях с 20-х годов по нынешнее время. Технику безопасных падений на твердых поверхностях, армостраховка. Второе. Захват и освобождение.
атакующие действия, защитные действия, защитно-контратакующие комбинированные действия. Сюда также входят элементы спортивных единоборств, самые лучшие техники и практики боя голыми руками, адаптированные для уличной самообороны на основе самбо, на основе дзюдо, на основе джиу-джитсу, на основе ударной техники. Синтез смешанных приемов Mixed Martial Arts, ММА, адаптированных для уличной самообороны. Самбо с оружием и без оружия. Место проведения занятий – спортивный городок, ринг. Пошла техника, полицейская техника захвата болевого удержания. Посадку. И дальше я его делаю технику, полицейскую технику захватов удержаний. Могу здесь его контролировать. Могу в дальнейшем его здесь контролировать. Сюда колено ставь, руку бери. Вторую руку бери. Пошел. Сразу же выхожу. И здесь я его бам-бам-бам. Назад. И бам. Под ножку. Я в таз как можно ближе, и я на него выхожу. Но он меня забрал. А я его здесь тоже забрал. Вот это уже пошло. А также это боевое самбо. С ограничениями по различным видам правил, или же ударной, или борцовской техники. Смешанное единоборство Mixed Martial Arts, ММА, так популярное во всем мире. Захват и освобождение от захватов, удары, ножевой бой, атакующее и защитное действие. Это против ножа. Защита против биты и основа русского рукопашного боя – это специальный курс огневой подготовки. Так как рукопашный бой мы представляем 4 направления. Первое направление – это направление для армии. Из автомата Калашникова, стрельба из автоматического оружия, стрельба из короткоствольного оружия, постановки сложно-двигательного координационного навыка, стрельба с 3 положений, стрельба стоя, стрельба с колена, стрельба лежа, стрельба в движении. И когда заканчиваются патроны, вход идет оружие. И основу системы мы взяли. Первоначально это был штыковой бой. НКВД. Создавалось для бойцов Красной Армии. Такого боя. Только колющий удар. И теперь я его... Первый вариант идет удар. Это армейская техника. Второй вариант – это полицейская техника захвата, задержания диверсанта. Вот здесь и сейчас, если я дерну мушкой, то есть… Будет... Бой для бойцов Красной Армии, который разрабатывался еще в 20-х годах прошлого столетия. Система Кадочникова составляла штыковой бой, то мы взяли именно ножевой бой. В современных спецслужбах штык-нож наводит страх, не прицепляется к автомату, и штыковых атак нету. Ближняя дистанция – короткоствольное оружие до 6 метров и автоматическое оружие. Но на ближней дистанции в ход идет его величество нож. Обучение в нашем центре начинается с макетов, деревянные макеты,
переходим затем на железные макеты. И следующий этап – это уже специальная подготовка, методы психофизической подготовки, работа с настоящим оружием. Второе направление – это направление для армии, ручным боем. Мы понимаем, согласно боевого устава сухопутных войск, это разновидность ближнего боя, группового боя. Армейское направление уничтожения противника любыми средствами. Огневая подготовка, применение подручных средств, вхождение в ближний бой, когда закончились патроны или отказало оружие. И спецприемы боя голыми руками. Это полицейская техника рукопашного боя, захватов, задержаний, сопровождений. Полицейский не имеет права убивать преступника. Есть прокурорский надзор, его задача задержать, применить силовой контроль, болевой контроль и доставить преступника. Войск специального назначения Вадиму Старого. И дальше или же полицейская техника, или же армейская. Также проход, также работа. Работа, удар. Смотрим сюда. Сразу же забираю на вращение. К этому скольжению я добавляю вращение. Мушка есть. Смотрим, вытянул, загрузил. Ты понимаешь, вот. Всем видно, что происходит. Следующий момент. На вытоке. Ха! Удар в корень носа. Уход. Удар в корень носа. Удар спецназа. Уход. Подрез. Смертельная точка. Смертельная. Дальше сюда. С контролем. Система. Полицейская техника. Отсюда. Раз, два. Да. Работа. Работа. Отсюда. Контроль. Удар в затылок, три. Раз, два, три, четыре, пятька. Здесь я его... Полицейская техника захвата сопровождает. Это специальная подготовка охранника-телохранителя. Система спецназ. Он думает, что система спецназ. Good for training for police. Лучшая для тренировки полиция. And special force. И для специальных назначений. And bodyguard. И для телохранителей. I'm official personal bodyguard. Он официальный персональный телохранитель во многих странах. And, и он тренер по карате. Thinking, for my job. For my work. Он думает, что для его работы, да, этот. Система лучшая. We have a problem. Потому что иногда он имел проблемы. Only система спецназ help me. И только система спецназ спасала его. Вот мы идем, это VIP-лицо. То есть, посмотрите, здесь моя работа. Моя задача его выводить с линии огня, с линии атаки. И... Приемы для обезоружения, угроза наставления автомата. Уход с линии огня. И беру на травоеду. Подработал. Или же выбивается, или же оружие забирает. Сразу же. Вот с линии огня, с линии атаки. Мы или же сразу же его берем, на разрываем дистанцию. Специальная подготовка охранника-телохранителя. Между полицейской техникой и гражданской техникой. Есть специфика. И четвертое направление рукопашного боя – это уличный бой, как голыми руками, так и самооборона с использованием подручных средств для гражданского населения. Удар по глазам, удар в пах, удар в затылок, три. Раз, два, три, четыре, пятька. Ха!
основной удар спецназа, это в корень носа. Удар ножом. Смертельные зоны. Удар в область паха. Удар в подмышку 2. Удар в горло 3. Раз, два, три, четыре. Дальше. Возможно, техника контроля. Удар в основание черепа. Удар в почку 2. Подрез. Сухожилий 3. На выдохе. И дальше. Я и лежа. Кадык вырываю. Удар в пах. В сонную артерию. Удар в кадык 2. Удар в затылок 3. Удар в пах 4. Вот отсюда контроль. Контроль. Вот отсюда контроль. Контроль. Отсюда. Здесь мы ближнего боя на основе самообороны и ножевого боя. В отличие от спорта, существует три вида рукопашного боя. Армейский рукопашный бой направлен на уничтожение противника согласно приказу министра обороны. Вторая – полицейская техника, полицейский рукопашный бой. Преступника нельзя убивать, его нужно задержать, техника силовых захватов. И опять же, у полицейских есть прокурорский надзор. И третье – самооборона для гражданских на основе статьи о непревышении мер необходимой самообороны. Военные и полицейские в любой момент могут оказаться гражданскими. Раз. Второй момент. В нашу жизнь, это в любые, даже не говоря про республики, в наш дом может быть прийти война. Нужно гражданскому знать военную технику, чтобы убивать врага, защищать отечество. Нужно знать полицейскую технику захватов задержаний. Спецназ против ММА. Есть спортсмены, они есть в армии. Спецподразделение, если начинается бой голыми руками, это значит операция провалена. Ведение боя с оружием. Уличный бой, как голыми руками, так и самооборона с использованием подручных средств для гражданского населения. Целостная, комплексная, большая система выживания. И обучение минимум от 1 до 5 лет. Комплексный, целостный подход обучения. Гражданскому человеку в целом объеме не нужна военная техника. Кто-то хочет стать телохранителем, кто-то выбор делает органы безопасности, правопорядка. А кто-то проходит целостный путь. Система рукопашного боя мы разбиваем на жесткое направление. Это жесткая ударная самооборона. Область печени было раз. И мягкая самооборона, самозащита, направленная на использование энергии, инерции противника, это более мягкие стили. Дальше применяю технику, то, что демонстрировал спортивного самбо. Два. Раз, два. Также я его забираю. Раз. Оп. Вот вам айкидо. Вот вам бокс с его позвоночника. И я его повел, как самолет, на посадку. Дальше применяю технику, то, что демонстрировалось спортивного самбо. Раз. Оп. Вот вам айкидо. Вот вам бокс. Вот карате. Посмотрите, вот вход лоу-кик. Вот вам бокс. Вот карате. Посмотрите, вот вход лоу-кик. На сегодняшний момент система комплексная, которая включает в себя лучшие техники бокса, кикбоксинга, карате, самбо, дзюдо, джиу-джитсу, адаптированные для уличной самообороны, а также техники боя на основе ножевого боя и более мягкие техники на основе айкидо, тайчи, даже русского стиля. Что в системе есть жесткие техники, но в системе есть и мягкие техники, они для людей более пожилых, для молодых, для тех же девушек, да?
использования энергии, инерции противника и работы с его программами. Я начинаю. Опа, сломал. Я работаю с его программами. Мы работаем с мозгом. Ставишь эту программу. Ты меня хватаешь и пытаешься куда-то тянуть. Первый вариант. Я пытаюсь сопротивляться. Даша, подойди на секунду. Хорошо сказали. Ни одна женщина, ни одна девушка не сможет никогда сопротивляться мужчине, сильному мужчине, агрессору. Да? И в данном случае нам что? Нам только прикладная психология или же работа с программами, как техника НЛП. Они же могут выйти, взять, допустим, за бросок, меня бросить. Первый элемент. Я ему не даю. То инерцию использую работу. Да? Я его начинаю немножко тянуть, вести. Я поменял направление даваемыми программами. Это техники боевого НЛП. В дальнейшем это некие техники. Данный боец имеет уровень подготовки. Делается, как я делал с помощью шашки. Да? И сразу же. Вот так. Удар шашкой. Удары на поражение. Отличительная особенность системы. Мы наносим удары на поражение. Система, и я преподавал на должности преподавателя по тактико-специальной подготовке в центре специального назначения армейской разведки в элитном центре. Специальную физическую подготовку, технику обученность приемом, психологическую подготовку, тактику, стратегию реального боя, боевую медицину, реабилитацию после боевых столкновений, ну и также специальную правовую подготовку. Самбо, дзюдо, борьбы, болевых приемов, удушающих приемов, а также ударной техники, боя голыми руками, но адаптированные для улицы, для уличной самообороны или же для уличного боя. Боевое искусство. Сроки обучения. На начальных этапах мы представляем ускоренный курс обучения для новичков самооборона. Самооборона как с оружием, с использованием ножа, так и без оружия. Это джентльменский набор. Прагматизм по принципу дешево и сердито. Курс рассчитан на 2 месяца обучения. Начало обучения — постановка нокаутирующего удара, удара кулаком, удара локтем, удара ребром ладони. И нанесением ударов также коленом, нанесение ударов ногой. Ближний бой. Классические удары из бокса. Перкот. Кулак, локоть. Входим. Перкот. И функциональный двигательный навык проведения боя превентивной самообороны. Сближение. Раз, два. Раз, два, три. Подключение локтей. Локоть снизу. Два. Белый круг. Система – это курсы повышения квалификации для тех же боксеров, для любых спортсменов, для уличного боя. Тема штурмового боя, еще раз, отличительная особенность. Не отскочил, не разрываем, чтобы... И мне нужно сразу сближать дистанцию. Раз и два. Удар солнышко. И солнышко.
Раз, раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Возможен левый боковой. Наносим удар в глаза, удар в солнышко. Затем это удар в нос. Смещение. Здесь это раз, два, три, четыре. Схема штурмового боя. Должны быть ручки собраны. То есть раз и два. Раз и два. То есть раз и два. Ты разобран сейчас. Вот еще раз проведи. Мне нету смысла даже делать защиту. Я просто на встречном. Оба. Говоря на джебе, вот в боксе, самый сложный, считается, прямой удар. Флаг. Это было вот просто я обозначил. Но я показал. Ставим ударку. Вот. Удары руками ставим. Потом делаем защиты. Учимся наносить удары без замаха. С коротких дистанций, положений. Вот плечо штурмового боя спецназа, который идет на прорыв. Штурмовой бой спецназа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сразу же. Дальше техника, допустим, удушения. Перед этим идет отвлекающий, шокирующий удар. Посмотрите, удар в область паха, удар в глаза, да? Посмотрите в пах и все. Посмотрите в пах и все. Сразу же он среагировал. И я вхожу удар в область сонной артерии, наношу удар в область затылка, работаю на глаза. Посмотрите в глаза. Посмотрите, в глаза сработал, переключил внимание. И сразу же вошел для того, чтобы его забрать. И сразу же вошел для того, чтобы его забрать. По ушам, очки в глаза, удары в корень носа, заприщенные удары в кадык, заприщенные удары в пах. Зоны и точки поражения, которые применяет военнослужащий для уничтожения врага. У штурмового боя. Мы сразу же входим на систему ближнего боя. Я вхожу и наношу удар локтем, куда запрещено. Следующее идет техника удушения, удающие сзади. И есть ускоренные курсы обучения спецназа «Штурмовой бой». Наношу удар в затылок и дальше я перехожу на технику удушения. Да, да, да. Область, печень. Два. Вот вам бокс. Вот карате. Посмотрите, вот вход, лоу-кик. На сегодняшний момент система комплексная, которая включает в себя лучшие техники бокса, кикбоксинга, карате, самбо, дзюдо, джиу-джитсу, адаптированные для уличной самообороны. Давно занимаюсь рукопашным боем. Эта система вмещает в себя очень много интересных техник и практик, которые универсально действуют против всех стилей, которые только есть у нас. Которые только Дмитрий, у тебя опыт занятий боксом? Рукопашный бой. Система четко работает, четко себя зарекомендовала. Результат вы все видите. То есть всем бы, конечно, хотел посоветовать, что лучше системы при неожиданные атаки и при атаке агрессивной я еще не встречал. Система ближнего боя – это на основе самообороны и ножевого боя. Занимаемся подготовкой ребят уже много лет по системе спецназ. Боевая акробатика – это на данный момент лучшее, что можно предложить вообще. Почему? Потому что минимальный травматизм при максимальном действии. Ну а система рукопашного боя, система спецназ – в принципе, ну, вы сейчас все видели, это действительно действенная техника. Она более универсальная, чем какой-либо вид единоборств. Ну и наиболее эффективная. То есть мы это действительно подтверждаем, сами это изучаем.
единоборствами можно рукопашным боем и спортивными единоборствами заниматься всю жизнь. Но проблемы на улице начинаются здесь и сейчас. Поэтому это универсальный курс самообороны, который включает в себя специальные методы физической подготовки, психологической подготовки, техники, тактики, стратегии, а также боевой медицины и специальной правовой подготовки, направленной на выживание человека как в каменных джунглях, один на один с природой и в условиях вооруженных конфликтов. Начальный курс – самооборона. Курс ускоренного обучения. Официальный видеоканал «Вадим Старов. Боевое самбо для спецподразделений. Система спецназ. Принципы боевой самообороны спецназа». Это мгновенная нейтрализация противника и сохранение жизни. Какого выбрать тренера? Куда пойти? Восточные школы единоборства, российские, отечественные, спортивное самбо, боевое самбо, самбо для спецподразделений. Или же еврейская самооборона крафмага. Раз, два, и отсюда уже начинаю работать. Раз, движение. Здесь. Корт судья поставил в жизнь. Хоп, ты же говорит, ну что ты? Ну, вот я... ну что ты, опа, индивидуальный тренинг, опа, все, смерть. Пропустили, допустим, один удар, это ничего. Пропустил удар, все, смерть. Забудьте бокс, забудьте кикбоксинг, забудьте ММА, все забудьте. Голову опустил и пошел, как швейная машинка начинает. Раз, три, пять, шесть. Я могу его здесь взять, семь. Здесь. По возможности уходить
и сделать переключение внимания. Это точечная шокирующая работа. Корень носа попал. Такое, что секунд 30 ты не соображаешь. Вот. Почему? Наил ему в глаз вошел. То есть вот они. То есть вот тут. Самый опасный. Вот. Все, вот, не надо. Вот, вот, ушел. Атмен. Это уход. То есть наношу просто вот сюда. Боевой самбо для спецподразделений, который является самым лучшим. Приглашаем вас в школы для занятия по системе ножевого боя, по системе самообороны, мягкой системе русский стиль, а также курсов саморазвития.